Здравствуйте, дорогие участники фестиваля Golden Time. Рада приветствовать вас всех. И перейду сразу к нашим наиболее понравившимся участникам. Эльвира Маргарян и Шарт в категории автор-исполнитель. Акапелла Ольга Качук. Следующая категория — группа Restart. И основная категория — Олеся Кучук, Екатерина Иванджи, Мирослав Палка. Но тут я оговорюсь, мне кажется, что Мирослав мог бы выбрать другую песню, более подходящую для его голоса, потому что голос красивый, им он владеет очень хорошо, но песня, на мой взгляд, не совсем Мирослава. И Альбина Тружан. Мне понравилась идея. Хорошее исполнение. У всех же остальных участников были какие-то недостатки, на мой взгляд. Основной недостаток – это не совсем удачный выбор песни. И в связи с этим получается, что либо низкий регистр страдает, либо крикливые ноты, либо слова не очень понятные. Ну, ошибки в основном те, которые повторяются, к сожалению, из конкурса в конкурс. Нужно над этим работать, думать. Я вам советую прослушивать победителей, прослушивать другие конкурсы и пытаться взвешивать хорошо свои возможности и просить совета у специалистов в выборе произведений, в выборе песен. Это очень важно, потому что правильно выбранная песня и хорошо подобранная под голос, на мой взгляд, может сделать вас победителем. Спасибо, желаю вам всем дальнейших успехов.